Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. Это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о последних новостях из мира плагинов и музыкального оборудования. Карантиновые меры продолжаются во всем мире до сих пор, уже, можно сказать, годовая отметка прошла с начала первых ограничений, и, конечно же, индустрия за этим следует, и все перестраивается максимально в онлайн. И начнем мы сегодняшний выпуск как раз с двух новостей, посвященных онлайн-сервисам, точнее, тем моментам, которые из музыкальной индустрии обычной перешли в максимальный онлайн. Начнем мы с компании Lender. Для тех, кто не знает, это такая нейросеть, такой сервис виртуальный, где раньше можно было отправить свой трек и получить мастеринг онлайн, так называемый, то есть заказать мастеринг онлайн. Но как дополнительный сервис компания Lender решила запустить онлайн-стриминг для музыкантов. Это, кстати, очень удобная вещь. То есть, как это работает? У вас есть некий плагин, который вы запускаете у себя в секвенсоре, абсолютно в любом, то есть поддерживаются все секвенсоры, все основные форматы. Ставите его на мастер самым последним плагином и как бы запускаете трансляцию из вашего секвенсора вместе с видео через сервер Lender для другого клиента, для другого пользователя сайта Lender. И вы совместно можете работать над проектом. То есть вы слышите звук, вы видите картинку друг друга, что у каждого в проекте происходит, и можете синхронизировать работу. То есть это удобно для тех, кто работает совместно в коллаборации с кем-то и нет возможности встретиться лично. Особенно на западном рынке это актуально. Там очень жесткие карантиновые меры, всякие комендантские часы и так далее. Поэтому там это максимально актуально. И вот, собственно, этот сервис появился. Конечно же, бесплатно можно пользоваться только до 15 минут. То есть вы можете вести трансляцию только 15 минут, не больше. Но если вы купите подписку, вы можете, естественно, работать без ограничений. То есть это такой некий Skype для музыкантов. Ну или Zoom, если вам так удобно. Вы просто запускаете специальный плагин внутри секвенсора и специальный плагин в браузере. Например, разработчики рекомендуют использовать Google Chrome, но я уверен, что и на других браузерах тоже работает. И у вас все это друг с другом линкуется, и этот плагин из браузера подтягивает звук из вашего секвенсора, и вы друг друга слышите, как говорят пользователи первые, кто уже воспользовался, что задержки практически нет. Конечно, все зависит от вашего интернета, но так или иначе, сервис очень классный, и здорово, что это направлено максимально на музыкантов, потому что использовать Zoom или Skype, там нужно очень долго морочиться с настройками звука, плюс там задержка есть и так далее, и качество не самое лучшее. Поэтому здесь прям максимально специализированный сервис, чтобы передать максимальное качество звука вашему коллеге даже на другой конец земного шара. Ну и за компанией Lender следует компания Thomann. Для тех, кто не знает, это такой большой немецкий сервис, онлайн-магазин, из которого многие в Европе заказывают себе инструменты, какие-то провода, программное обеспечение и так далее. То есть такой большой музыкальный ритейлер такой. И они запустили сервис также для поддержки своих пользователей, особенно для тех, кто заказывает, собственно, онлайн и даже из других стран. Они запустили сервис, который называется Stompenberg FX, и он направлен в первую очередь на гитаристов и на тех, кто использует гитарные педали, педали обработки звука в своей работе. Опять же, гитаристы, это могут быть клавишники, это могут быть даже и саунд-продюсеры, которые любят использовать педали для достижения какого-то аутентичного звучания. И ребята из Thomann взяли около 180 педалей, подключили их через специальный такой компьютер с электронами, электродами, подключили к сервису, к онлайн-сервису, к онлайн-серверу. И вы можете, прям зайдя на сайт, управлять любой из аналоговых педалей, которые доступны в каталоге. Каталог, естественно, будет пополняться каждый раз. Вы можете управлять и послушать в реальном времени, как работает педаль. То есть это такой как тест-драйв, то есть только онлайн. То есть вам не нужно приходить в магазин, подключать свою гитару и что-то крутить. Прежде чем купить, вы можете это сделать, не выходя из дома, и заказать понравившуюся педаль прям сразу там же, в этом магазине. Довольно интересный сервис. Естественно, он уже столкнулся с некоторыми проблемами по пропускной способности. Очень много желающих было потестировать в первый день эту технологию. И, конечно же, серверы не выдерживали. И разработчики обещают увеличить пропускную способность. Но идея основная в том, что вы можете послушать педаль в трех разных режимах. Первый режим — это вы можете уже заготовленные, записанные лупы, чистые, да, с необработанным звуком, прогнать через любую из педалей. И...
Следующий — это когда вы можете загрузить уже свой какой-то луп, то есть вы можете использовать луп, вы можете использовать какой-то сэмпл, вы можете прям записать свою гитару в линию и попробовать ее прогнать через этот, через какую-либо из педалей. И третий момент, третий вариант, это когда вы прям живьем играете через педаль. Опять же, здесь, скорее всего, будут большие проблемы с задержкой, и многие, естественно, на это жалуются. И я уверен, что в скором будущем это все допилят. Но идея в том, что вы как можете, как через секвенсер, или как через свою живую педаль, или через гитарный процессор, просто через интернет играть на гитаре и тут же слышать звук с педалью, то есть с той обработкой, которая находится в Германии, в магазине. Это довольно круто, довольно интересно, до чего доходят технологии из-за вот этих всех ограничений глобальных и мировых. Поэтому посмотрим, как это все будет развиваться дальше. Идея довольно крутая, и я уверен, что со временем будет появляться все больше и больше подобных сервисов, не только для педалей, но также и для студийного оборудования, и, возможно, даже для синтезаторов. Еще одна интересная новость из мира гитар. На рынке появилась первая бас-гитара, которую можно назвать гибридной бас-гитарой. То есть это совмещенный Fender Precision Bass совместно с Fender Stratocaster в таком в едином каком-то виде, в едином корпусе и с едиными возможностями. То есть у вас есть басовая гитара с басовыми струнами, но со всеми возможностями Fender Stratocaster, то есть обычной электрогитары. Три звукоснимателя, три датчика, то есть два тембра-блока и один уровень громкости. Также пятипозиционный переключатель, что для бас-гитары не так уж часто и так уж широко распространено. И, конечно же, короткая мензура, то есть для гитаристов это будет прям супер-супер идея. И что самое интересное, есть тремоло-бар, то есть можно делать эффекты тремоло на басу. Я, честно говоря, вообще таких бас-гитар не видел, ну разве что какие-то кастом-шопные, но вот фабричных я таких не видел. Вот, выглядит это все очень классно, сделана, разработана эта гитара совместно с басистом Стэнли Кларком. Довольно интересная разработка, можете послушать, посмотреть, уже в интернете есть, скажем так, ее тест-драйвы. Стоит она, конечно, недешево, порядка $2000, но, поверьте, она того стоит, потому что гитара сделана очень качественно, из максимально качественного дерева и материалов фурнитуры. Вот, так что, если вы интересуетесь какими-то необычными бас-гитарами с укороченной мензурой, то welcome, вот появилась новая модель на рынке. Перейдем к миру синтезаторов и софта, и начнем мы с компании GeForce, которая анонсировала новый плагин, точнее она уже его выпустила в продажу, который воссоздает звучание 8 классических синтезаторов Oberheim OBE, это такой классный одноголосый монофонический синтезатор, который в данном моменте, в данном случае представляет из себя 8-голосый вариант, то есть по сути разработчики взяли 8 одинаковых синтезаторов и слепили их в такой единый большой синтезатор, состоящий из нескольких маленьких. То есть, опять же, этот плагин может работать как в классическом режиме, то есть в одноголосом, когда у вас есть только один синтезатор OBE, Oberheim, но также вы можете их соединить в полифонию из 8 штук. И что самое классное, каждый голос рулится отдельно, то есть это не просто классическая полифония, как в любом другом софтовом синтезаторе, где вы накрутили звук и все 8 клавиш звучат у вас одним звуком. Здесь же у вас на каждый голос свои настройки, то есть вы можете выбрать свою форму волны, вы можете выбрать свои настройки осцилляторов и так далее, и можно получить за счет этого очень богатые аккорды для пэдов, богатые звуки для каких-то даже лидов и басов, естественно. То есть довольно интересный инструмент. Обязательно перейдите по ссылке в описании, послушайте примеры, посмотрите, как он работает. Довольно круто. Цена его 150 фунтов, тоже довольно недешево. Но, в принципе, работа была проделана колоссальная разработчиками. Так что, если вам это интересно, обязательно переходите, ознакомьтесь и приобретите себе в коллекцию. Далее у нас в новостях идет компания Waves, которая анонсировала новый плагин для вокал-бендов. Это очень модная и популярная сейчас обработка на вокал в современных поп-жанрах, R&B-жанрах, хип-хоп, урбан-музыке. Подобные эффекты вы неоднократно уже слышали на различных современных записях, там, будь то Трэвис Скотт, Фрэнк Оушен или Билли Айлиш, вот эти бэки такие запиченные. Но прикол в том, что там все это работает максимально, скажем так, автоматически, то есть вы можете все автоматизировать в реальном времени. И что самое главное, этот плагин не вносит никакой задержки. Очень многие всегда просят подобные плагины делать без задержек, чтобы можно было петь прямо через них, то есть записываться уже с эффектом. И Waves, естественно, это учли,
и сделали вот такой плагин, который работает абсолютно в реальном времени, то есть он не вносит никаких искажений. И это очень круто, потому что вы прямо на стадии записи можете заранее определить, как вам петь, исходя из того, какой будет в итоге звук у вокала после обработки. Естественно, там все рулится, форманты, питч, различные окрасы, плюс там есть встроенные модуляторы, которые могут со временем что-то менять. То есть очень комплексный плагин, и пока они только его выпустили, ограниченное время, он продается по скидке, вы также можете перейти по ссылке в описании, и его обычная цена, ну, довольно стандартная для плагинов Waves, но сейчас продают там порядка $40, 30 с чем-то. Так что, если вам интересно, обязательно переходите на сайт Waves и приобретайте этот плагин, уверен, он многим подойдет для современного продакшена. Ну и напоследок поговорим о компании Pulsar Audio, которая анонсировала новый компрессор 1178, который воссоздает полностью характер этого самого FAT компрессора. Не путать с 1176, это немножко другая модель, чуть более продвинутая, и плагин, скажем так, еще более продвинутый, чем оригинальная железная версия. Там очень много возможностей, очень много настроек. Я посмотрел уже много примеров, потому что Pulsar Audio прям запустил очень мощную рекламную кампанию, и очень много роликов уже записано с этим плагином. И, честно говоря, мне очень понравилось, как звучит этот компрессор. Я планирую его себе тоже приобрести в коллекцию. Сразу забегая вперед, скажу, что стартовая цена всего $89, точнее евро, а стоить она будет в итоге €150, когда акция вот этого первичных предпродаж пройдет. Вот, так что можете сразу переходить по ссылке в описании, если вам интересно, хотите заполучить какой-то интересный компрессор себе в коллекцию, изучить его. Ну, а пару слов скажу, что компрессор довольно насыщен по функциям, то есть у него есть очень продвинутый сайдчейн эквалайзер, то есть в котором вы можете обрезать те частоты, на которые компрессор не должен срабатывать. Это не просто фильтр низких частот, как в других компрессорах, или высоких, это прям полноценный эквалайзер внутри сайдчейн цепи, что довольно круто. Также там очень крутой метринг, то есть можно прям посмотреть, как происходит компрессия, вы прям ее можете почувствовать, то есть довольно классно, но при этом абсолютно аналоговое звучание этого компрессора, несмотря на все вот эти вот цифровые добавки. И несколько вариантов сатурации, то есть у вас есть не один какой-то окрас конкретный, как в других плагинах подобных, а у вас есть выбор из нескольких окрасов, в зависимости от инструмента, который вы используете, или вообще где вы используете этот компрессор, вы можете использовать тот или иной окрас, либо вообще его отключить. Это довольно классно. И в целом мне примеры очень понравились. То есть все, что я услышал с использованием этого компрессора, мне понравилась его работа. Не могу сказать, что прям какое-то откровение. У меня, в принципе, в коллекции довольно много разных компрессоров, и удивить уже, конечно, довольно сложно. Но чисто визуально и по интерфейсу, и по функциям, которые у тебя есть в доступе, он кажется довольно легким в освоении, легким в использовании, и при этом явно работающим, то есть прям слышишь его работу, и порой это бывает очень нужно, то есть когда нужна прям такая явная компрессия на барабанах, на вокале, на бас-гитаре, например, то вот подобные компрессоры, они очень хорошо работают и улучшают панч, насыщают звук. Так что обязательно переходите по ссылке в описании, изучите, послушайте примеры. Ну, если вас заинтересует, конечно же, можете его также себе добавить в коллекцию. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Увидимся с вами в следующем выпуске. Не забывайте подписываться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Напомню, что у нас здесь на канале выходит не только Quick News, также выходят ролики, обучающие по Logic, по работе с различными плагинами. И также выходят разные анонсы наших новых видеокурсов, которые у нас выходят довольно часто. И также для тех, кто уже присоединился к новой сети Clubhouse, я уже там есть, меня найти очень легко, так же как в Инстаграме, @Dmitriy_Ursul. И можете подписываться, добавляться. В скором времени я планирую создавать комнаты для наших подписчиков Logic Pro Help, в котором мы будем обсуждать какие-то насущные проблемы в работе в Logic, вообще по звуку, о том, как создавать музыку, как с ней работать в дальнейшем и так далее. В общем, если вы уже в Clubhouse, находите меня, будет интересно, буду рад, скажем так, подписаться на вас в ответку, и будем держать контакт и общаться, обмениваться опытом. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.